Как большое дело начинается с малого, так и создание праздничной атмосферы на улицах Самары начинается со сборки небольших конструкций. Один за другим в руках мастера элементы превращаются в постамент, на котором возвышается светодинамический фонтан. Один из таких специалисты собрали на Крымской площади. Устанавливают подобные конструкции во многих общественных пространствах города. А самый большой светодинамический фонтан по традиции засияет у подножия площади Славы. Я думаю, людям нравится, потому что когда установлены фонтаны, смотришь, потом вечером люди приходят, смотрят, фотографируются. Влияет на новогоднее настроение. Иначе как без иллюминации? Особое внимание, как и в прошлые годы, уделяют украшению маршрутов, которые ведут к популярным общественным пространствам. Проспект Ленина, ранее обновлен по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», примыкает сразу к двум таким территориям – скверу Фадеева и площади Героев 21-й армии. Бульвар и сквер также продолжают украшать новогодние иллюминации, устанавливают праздничную елку. Улица Флотская, ведущая к скверу Речников, также была отремонтирована на средства профильного нацпроекта. Еще летом здесь уложили новое покрытие на площади в 2100 квадратных метров. Отличное решение для жителей города, кто выберет один из скверов Куйбышевского района в качестве места для отдыха и зимнего досуга. Сквер Речников, также объект, который был реконструирован в рамках комфортной городской среды. Там устанавливается фонтан «Царевна лягушка», световые панели «Снежинка» и много другого. Крымская площадь, раньше называлась площадь Урицкого. То есть данный участок также оформляется, он также был сделан практически со всеми подходами. В этом году частично доходили, доремонтировали проспект Карла Маркса, примыкающий к данной площади, соединяющий с улицей Владимирской. Обновленный сквер на улице Авроры также готовится встречать жителей города во время новогодних праздников. Сюда можно будет удобно добраться по дороге, которую в прошлом году отремонтировали на средства нацпроекта на участке от Аэродромной до Московского шоссе. Улицу Авроры по праву можно назвать туристическим маршрутом. Эта дорога одна из первых встречает гостей по пути в Самару. Отсюда можно добраться сразу в три района города – Железнодорожный, Октябрьский и Советский. На сегодняшний день более 90% всей новогодней иллюминации в городе уже установлено и ориентировочно к 20 декабря Самара засияет праздничными огнями. Заканчивается и подготовка ледовых площадок в парках. Все катки залиты, и в скором времени жители и гости вновь смогут встать на коньки. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.